Наша планета Земля. Мы ее привыкли видеть такой, какая она есть. Знать все те организмы и животные, которые мы привыкли с вами видеть каждый день. Но давайте окунемся в то время, когда существовали другие виды животных. Другие миры познания. Давайте обратимся в прошлое. Вернемся ровно на несколько миллионов лет назад, на 65 миллионов лет назад. Как мы видим, наша планета начинает вращаться в обратную сторону, время бежит в обратное направление. Кажется, что наша планета Земля не меняется. Но мы сейчас увидим вместе с вами тот мир, в котором царили доисторические животные. Мир динозавров. Добро пожаловать на 10 миллионов лет назад. Наше путешествие сегодня в ледниковой эре Кайнозоя. Началась 20 миллионов лет назад, последняя на данный момент ледниковая эра. Предполагается, что Кайнозойская ледниковая эра могла являться следствием похолодания, вызванного образованием пролива Дрейка, примерно 37 миллионов лет назад. Нашу серию открывают мамонты, вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена 5 миллионов лет назад по начало голоцена около 4 тысяч лет назад. Различные их виды населяли биотопы Африки, Европы, Азии и Северной Америки. К семейству, в которое они входили, слоновые, также относятся два рода современных слонов вместе с их предками. Генетически мамонты были ближе к современным азиатским слонам, нежели к африканским. Животные обычно обладали длинными изогнутыми бивнями, а виды, обитающие в полярных районах, длинной шерстью. Они достигали высоты 5,5 метров и массы тела 15 тонн. Таким образом, мамонты были в два раза тяжелее самых крупных современных наземных млекопитающих африканских слонов. Эти удивительные животные доживут до появления первых первобытных людей. Считается, что последние шерстистые мамонты вымерли около 4000 лет назад. Стадо мамонтов, которое мы видим, это молодое стадо. Здесь есть три самца и две самки. Недавно создало первое потомство, у которых появилось на свет два молодых детеныша. Многие ученые утверждают, что средняя температура на поверхности Земли в тот период составляла примерно 7 градусов по Цельсию. Знакомьтесь, шерстистый носорог целодонт, вид вымерших млекопитающих из семейства носороговых отряда непарнокопытных. Окончательно этот вид исчез 8000 лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Шерстистый носорог был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны. Основными причинами его вымирания, как и многих других крупных млекопитающих плейстоцена, считается изменение климата и связанные с ним перемены во флоре.
а также охота первобытных людей. Эти старые самка самцом здесь не просто так. Они оказались в поисках пищи, как и наши мамонты. На этой равнине наши представители ищут сухие замерзшие злаки, траву, ветки, кору от деревьев, ягоды и мох. Некоторые мамонты уже набили свой желудок, не прочь поваляться отдохнуть. Кстати, эти виды животных обычно не конфликтуют между собой. Погода здесь часто меняется. Казалось бы, солнечный день резко меняется на снегопад. Знакомьтесь, пещерный лев. Основной причиной вымирания пещерных львов ученые считают исчезновение кормовой базы, латинского «Panthera spelae», вымерший вид семейства кошачьих, принадлежащий к роду пантер, населявший Европу и Сибирь, являлся одним из наиболее крупных представителей семейства кошачьих всех времен. Генетический анализ ДНК окаменелости этого животного показал, что несмотря на близкое родство с современным львом, генетически достаточно сильно отличался от него, чтобы считаться отдельным видом. Пещерный лев был очень крупным хищником, весом до 350 кг, высотой в холке 120-150 см и длиной тела до 2,5 метров, исключая хвост. Мощные ноги были относительно длинными, что и делало их хищника высокорослым животным. В этих местах есть много отдельных семейств этих животных. Кто-то держится большими стаями. Мы наблюдаем за отдельной парой львов, обитающих здесь в местных пещерах. Кажется, что-то привлекает их внимание. Эласматерия – род вымерших млекопитающих из семейства носороговых, обитавших в Евразии с плиоцена до плейстоцена. Отличались крупными размерами. Главная особенность – крупный, куполообразный вырос на лбу. Длина особи до 6 метров высотой 2,5 метра и весом до 5 тонн. Кажется, эласма почуяли опасность. Что-то мне подсказывает, этим большим кошкам не справиться с такими гигантами. А ведь эласматерии нарушили правила нахождения на чужой территории.
Кажется, в этот раз до кровопролития не дойдет. Но пещерные львы до конца хотят изгнать противника со своей территории. А вот почему прервалось преследование от пещерного льва. Наши новые гости прибились к стаду мамонтов. Удивительно, но мы можем наблюдать последний выживший вид – пара цератерий. Огромный древний носорог, похожий на лошадь и жирафа одновременно. Жил в олигоцене 23-24 миллиона лет назад. Вес животного – 20 тонн, высота 5 метров. Это единственный и последний самец на этой территории, к сожалению. В стаде эласмотериев опять что-то происходит. Снова пещерные львы. Настолько голодные, что даже не боятся огромного стада рядом находящихся мамонтов. Но кажется, львы до конца понимают, что сегодня без шансов. Но не всегда была такая идиллия в мире древних животных. В следующей серии мы вернемся еще дальше, на миллион лет назад, когда времена были намного опаснее.